Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля. Пояснительный текст историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Картина Аполлинария Михайловича Васнецова «Монастырь в Московской Руси». Вот текст. Картина мирной жизни маленького монастыря, где трудолюбивые монахи и послушники работают наравне с поселянами, благоустраивают землю и дают наставления воинам. Эта картина отражает идеальное представление о роли монастырей и их культурном значении. Ну и действительно, монастыри были и культурными центрами, и форпостами Руси на новых землях, и крепостями. Монахами были высшие церковные иерархи, прославившиеся гражданскими подвигами. Митрополиты Алексий, Макарий, Филипп, патриарх Гермоген. Навечно останутся в истории Руси имена Сергея Радонежского, Нила Сорского, Авраамия Полицына, Сильвестра Медведева и многих других выдающихся общественных деятелей и мыслителей, литераторов и просветителей. Ну вот и все. Вот так вот кратенько текст картине Аполлинария Михайловича Васнецова «Монастырь Московской Руси», сборника картины по русской истории, российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля и пояснительного текста историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Все, пока-пока, до свидания.